Дозвольте собі більше в святкові дні. Більше зустрічей, більше хорошої музики, більше вечірок. Більше обіймів, цілунків, ще більше любові і турботи. Більше цікавих подкастів на радіо «Аристократи», бо ми готуємо неймовірні епізоди. Спільно з «Льосільпо» дозвольте собі зробити більше гастрономічних відкриттів, більше шляхетних напоїв, більше екзотичних фруктів. Більше соусів з невимовними назвами, більше подарунків для тих, кого любимо. Більше щастя в Новий рік. Більше щастя в Новому році. Будьте поруч з нами у соцмережах і на сайті «Аристократ.фм». «Льосільпо» чекає в гості у Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові. Святкуйте як ніколи до цього. Різдвяний сезон на радіо «Аристократи». Раз, два, три, чотири, п'ять. Ви слушаєте останній ефір аудіоблога «By the way» в этом десятилетті. Да. Это «By the way», меня зовут Нил Тарасов, и ближайшие полтора часа, почти 90 минут, мы будем слушать с вами не ту музыку, которая вышла в прошлую пятницу, а в прошлую пятницу, кстати, почти ничего не вышло, но кое-что даже вышло, на мое удивление. Но сегодня итоговый выпуск я решил посвятить любимым именно песням этого года, которые выходили. И я выбрал 20 песен, и они в абсолютно разных жанрах, то есть там будет и джаз, и будет, можно сказать, почти хардкор, и будет такой романтический хип-хоп, что ли, и будет, конечно же, и электроника. Вот, в общем, я думаю, что вот за эти 85 минут пронесется прям весь год. У меня лично перед моими глазами так точно. Вот. Прежде всего, я еще хотел бы отдельно поблагодарить радиоаристократы за то, как они постарались, и мы вместе провели прошлую среду, это был открытый эфир, почти 40 человек на нем присутствовало здесь, и у нас было здесь очень уютно и красиво, и мы сыграли, и Сережа Вовк сыграл свои любимые песни. В общем, этот год мы завершаем исключительно на красивой, позитивной ноте. И я очень рад, что нам это все удалось. В общем, да, я думаю, что пора начинать. Потихоньку уже будем заводить шарманку и начнем. Сегодня мы очень так аккуратно и тихонько с песни, вопросительной песни «Are You Even Real?» от голландского дуэта «Вивал». У них вышел альбом «The Wait» на лейбле «Compact», и это была та пластинка, которая вот чуть ли не первая в этом году. Очень мне понравилось вот как целостное такое музыкальное полотно. И, в общем, да, хотел бы даже себе пластинку купить. И недавно заходил в магазин винила, и она, кстати, там есть. Я даже так, опа, ах вы гады, молодцы, привезли, чтобы я вот заходил и мозолил себе глаза. В общем, начинаем. «Are You Even Real?» «Вивал» — это у нас последний такой праздничный эфир «By the way». Oh,
Сегодня я буду минимально, наверное, говорить, потому что я подготовил такой целостный микс из этих песен. Я сегодня, да, без пульта, и сегодня надел футболку с изображением Star Wars по вполне понятным причинам, я думаю. Вышел новый эпизод, и я вот как раз вечером собираюсь сходить. В общем, да, вот такой вот красивый вивал. Очень рекомендую весь альбом, а вторым сегодня будет очень красивая композиция под названием «Bloom» от австрийского дуэта «Хвоб». Вокал. Да-да-да, пошел вокал. Очень жаль, что я не попал на концерт. Они выступали почти год назад, выступали в Киеве. Я знаю, что был вариант, чтобы они выступили еще на ЮБК, и... это было бы вообще очень круто, но в этом году не срослось. Возможно, это получится сделать в следующем. В общем, Хвоб, Блум и весь альбом их, который называется Rocco, тоже очень рекомендую. Хвоб, кстати, расшифровывается как Her Voice Over Boys. I've tried so hard.
такой вот хвоп, и мы плавно переходим к третьей песне. Это будет у нас сегодня британский проект, группа Hellos, они называются. У них вышел второй альбом Any Random Kindness, и вышел он спустя 3 года после успешного дебютника Full Circle. И вот мне второй этот новый альбом даже больше нравится. Can't you see I'm crucified, staring up at empty sky, still need to analyze what went wrong, what went wrong. Is it too late to change your mind? Face the sea and turn the tide. What went wrong? What went wrong? Come on, through clouds I see. Come on, caught up into my soul for me. Come on.
заканчивается песня Empty Skies от Hellas. Они, кстати, выступали прошлым летом, в этом году на фестивале Atlas Weekend, и мне лично они очень понравились, несмотря на то, что это было светлое время суток. В общем, мне захотелось попасть на них именно в клубе, на сольник. Я думаю, что будет круто. Чувствуется, что группа талантливая, интересная, еще пока голодная, то есть готова отдаваться на сцене. Но сейчас первая песня, которую в этом году я просто гонял на повторе, это композиция «Даван» от Аппарата с его альбома LP5. Это пятый его альбом, который вышел спустя 8 лет после The Devil's Walk, в котором были такие хиты, как Song of Loss, Goodbye, Black Whale. И, кстати, Devil's Walk репресснули в этом году. В общем, Аппарат тоже порадовал в 2019-м. Ну и вы слушаете рождественский эпизод аудиоблога By The Way на радио Аристократы, который возможен благодаря компании Le Silpo. Не Ле, не Ля, а именно Ле. Я про это, кстати, вам расскажу смешную ситуацию. В общем, Le Silpo, спасибо, святкуем як ніколи до цього. Следующий у нас будет единственный сингл хип-хоп-романтика Джоджи. Call it in park after dark, fallen star, I'm your one call away. Motel halls, neon walls, when night falls, I am your escape.
like something I wanted to feel. Сингл от Джорджи в этом году так запал мне в душу, что попал в итоговые 20 любимых моих песен этого года. А сейчас у нас звучит один из немногих вокальных альбомов, который я слушал достаточно часто в этом году и особенно в дорогах. Это сольник вокалиста Wild Beasts Хайдена Торпе. I'm a keeper of secrets. Pray to tell. I'll be your disciple. Show yourself. Living a fever dream. Lost control. You be my diviner. Show me where to go. Ghost had left my skin. Diviner, bring it in. I have some mirrors always shimmering. Diviner, where you've been gone a long time. I'm a keeper of secrets.
это был Хайден Торпе, бывший вокалист распавшейся группы Wild Beasts, и это был сингл Diviner с его первого сольного альбома. Ну а обещанная как бы история про Лё. И снова скажу спасибо компании Le Silpo за то, что саппортит наш рождественский выпуск. И вот вы помните, все же смотрели «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. И там был эпизод, когда в машине ехал Джулс Винфилд и Винсент Вега, и они обсуждали, как французы называют Big Mac. И один из них спросил, они что, не называют его Big Mac? И последовал ответ, они называют его Лё Биг Мак. Вот, в общем, да, легко запомнить. Лё Сильпо, не Ле, не Ля, а Лё Сильпо. А дальше у нас будет швед Корнел Ковач. У него вышел второй альбом «Стокгольм Маратон». На вокале, кстати, во всех треках, да почти во всех треках есть вокалы. Вот на вокале какой-то у них очень мрачно выглядящий попсово мрачно выглядящий женский хаос дуэт Ребекка и Фиона. Ну, я бы на них, вот если бы увидел на улице, ну, думаю, ну, это, наверное, из какого-то мэнс-клаба девочки вышли. Но альбом с Корнелом Ковачем очень клевый, как по мне, это такая изобретательная поп-музыка. И даже было мне сложно выбрать трек, вот какой мне трек больше всего нравится. Ну, я решил, что Purple Skies вполне подходит для такого рождественского эфира. И, кстати, я много все-таки много говорю. Я, наверное, залью этот выпуск потом еще без голоса. Слушаем Корнел Ковач. Skies называется этот трек, да, и сразу забегу вперед. Вот видите, кто смотрит стрим, я пью чай, потому что нету Сережи Вовка рядом, он сегодня, к сожалению, из-за работы не смог присутствовать. Вот, и дальше у нас, кстати, группа, с которой связана небольшая история. Группа эта называется Underworld, на которую Сережа Вовк совершенно случайно недавно попал на их концерт. Мы обсуждали целый год, что нужно как-то нам выбраться, поехать. И вот он поехал на один концерт, страшно сказать, на концерт группы, не группы, а певицы Дайда.
И за день до этого оказалось, что там был концерт Underworld, он шел 2.5 часа, и супер это все было. И Сережа привез пластинку Drift Songs, так называется новый альбом Underworld. Вот он уже сейчас поет, к сожалению, не успел до вокала рассказать. В общем, да, ну вторую часть оставим, да. В общем, да, расскажу. И целый год Underworld выпускали сборники какие-то, вот, которые назывались Drift. И вот ближе к концу года, осенью, они издали все-таки это одним таким куском, называется Drift Series, да, и Drift Songs, у них там как-то, в общем, немного странно это все концептуально смешалось. Но вот Сережа привез пластинку, вот релиз из двух пластинок, и вот он вроде бы там все целостно, выбрали лучшие, наверное, на их взгляд, треки. В общем, можно считать, что в этом году Underworld издали новый альбом. Ну а я вам поставлю, и уже она звучит, композиция «Брюссельс». Согласитесь, разнообразно получилось, хотя вроде бы я собрал песни, но они все равно все очень разные, из разных жанров. Но, ребята, то ли еще будет. Закончился у нас Underworld, а сейчас время одного из любимых альбомов года. Это сольник от Тома Йорка, называется он «Анима». Очень красивые песни на нем собрались, с узнаваемыми минималистичными и даже местами странными аранжировками, но это ж Том Йорк, в общем, ничего удивительного. Сложно было мне выбрать трек, там есть явные хиты, вот такие прям, которые люди их сразу любят, чуть ли не родийные, вот, но я решил вот в этот выпуск поставить трек «Твист». Back to life.
Очень синематичный Том Йорк.
позволю себе немного конец, под конец поговорить. Очень рекомендую всем альбом Anima и вот виниловую версию очень рекомендую. Мне посчастливилось быть ее обладателем. Там даже есть секретный трек, которого нет на стримингах. В общем, да. А дальше у нас, страшно сказать, 12 лет прошло с последнего полноформатного альбома британского джаз-бенда The Cinematic Orchestra. И в этом году у них вышел альбом To Believe, единственный, получается, в этой декаде. Мне повезло быть на концерте осенью. Блин, уже поет Тавия. В общем, Wait For Now, слушаем. Не хочу даже много говорить об этом. Это Cinematic Orchestra, Wait For Now. Концерте Cinematic Orchestra в поддержку этого альбома, и это Pure Magic. Ну а сейчас, на мой взгляд, лучшая коллаборация украинских музыкантов — это Иван Дорн и Вакула, и они во сне. Здесь и сейчас.
здесь и сейчас, в этот момент. Я не хочу трезветь, мне не надо там, не хочется здесь, будто во сне. Во сне, во сне, во сне. Как здесь, как здесь, как здесь. Во мне, во мне, во мне. Все есть, все есть. Ван Дорн, Вакула, респект за классные песни. Ну а дальше у нас будет вокалистка EES Карен О, которая записала с продюсером и диджеем Danger Mouse альбом Lux Prima. Danger Mouse работал с Red Hot Chili Peppers, он участник Gnarls Barkley и очень толковый продюсер. И у них очень вышел толковый альбом, можно даже сказать, для любителей трип-хопа 90-х. Слушать будем песню «Leopard's Tongue». Yeah.
Карено, очень интересная персона, и рекомендую ознакомиться всем с ее творчеством, оно у нее такое достаточно богатое. А вот дальше у нас будет настоящий Strong Rock альбом. Это первый соло альбом от участницы легендарной группы Sonic Youth Ким Гордон, и ее пластинка первая называется No Home Records. И это, как я уже сказал, Strong Rock альбом, при том, что он не всегда звучит как рок. Но даже вот в такой музыке ты чувствуешь этот дух протеста, который был всегда присущ Sonic Youth. И, в общем, Ким Гордон продолжает эту тему. When chimes strike, your dead stare strikes. And the wind chimes strikes, and your dead stare strikes. In the day, in the sunlight, dreaming in a tent. Your dead stare strikes, and the wind chimes strikes, and your dead stare strikes. You're a mystery, like a horse. You're a mystery, like a horse. You're so poor. You're so poor. Like an omen. Prediction. Myth. Dreaming in a tent. Sketch artist. When the wind chimes strike, your dead stare strikes. And the wind chimes strikes, your dead stare. It's like no man. In the sunlight, when the wind shines, when the wind shines. Как вы уже догадались, сейчас у нас блок музыки пожестче, и для меня это сенсация. Юра и его трек «Грузовик». Габаритных ритмов, бетон, вывозил бы вошел, всегда готов. Смелому браслет на фестивал, бал, правит индастриал, грувит зал. Да, это начало пути, ты внутри, типа дали в воде. Ну все, типа дальше я сам расти, грузовик на скорости. Я грузовик, предназначен, чтобы собрать все камни. Подбросят и мне, кузов разбит, кровоточит. Продвигаюсь, как ни странно, это мой план на... Это начало пути.
тебе внутри, тебе дали войти. Двигатель вечный, сто столиц, время суток, бодрая книга лет. Судел борзых, сыпаться на пьедестал. Там место тесное, взял, отдал. Габаритный груз, ритма битов. Тысяча миров, тысяча богов. И что, трудным оказался тут год. Было тело, буксовал мой вездеход. Перевал, транзит на семи ветрах. Ра разлил скорость, обогнал страх. Это наш породой, груженой дикой. Кабина кипит, плиты на стыке. Директор стройки поднимет тот. Камень прибыл, спасибо, строим мост. Я грузовик предназначен, чтобы собрать все камни. Подбросят и мне. Кузов разбит, кровоточит, продвигаюсь, как ни странно. Это мой план на. Это мой план на. Блок рейв-песен у нас сейчас в количестве две штуки. Позади грузовик от Юра, а сейчас тоже интересная коллаборация. Берлинцы Mode Selector и товарищ Томми Кэш. Я, кстати, вот не помню, откуда он, где-то из Прибалтики, кажется. Для меня, кстати, он очень удивительное открытие Atlas Weekend. Я был на Томми Кэше, так случайно проходил, и мне очень понравилось. Это было... круто и трушно. Вот не моя музыка, но на концерте мне очень понравилось. В общем, и классная комбина у них с мод-селектором под названием Who. Who says study will get you work? Who says school will get you class? Who said that job will get you the cash? Who said that loan will save your ass? Who said money covers all the expenses? Who said love will save the kids? Who says forever is not divorce? Who says your dream will get you a Porsche? Who says that life is not end? Who said wearing brands is having style? Who said that original is not fake? Who said that those pills will get you high? Who said that drugs will make you smile? Who said that gas will get me the miles? La la la.
Как и аппарат, Mode Selector свой новый альбом писали 8 лет, ну а за эти 8 лет, вы же знаете, они качнули планету своим проектом Moderat, но после рейва нам нужно отдохнуть, и тем более есть прекрасная композиция от FKA Twigs Sad Day с ее второго альбома Магдалена. Every time you look outside your window, everything is just the same as before. You are turning round and round, you see, it's a sad day for sure. Taste the fruit of me, make love to all you see. Победила серьезную болезнь и 5 лет записывала новую пластинку. Но дальше у нас, без сомнения, один из лучших электронных, глобально это электронный альбом, один из лучших электронных альбомов года Obverse от Трента Мюллера. Он там замешал и заумную электронику, и какие-то техно-отсылки, и даже пост-рок. Ну а песня Try a Little — это прям хит. Tell me that you're crazy.
что, у нас впереди осталось всего два трека. Заканчивается Try a Little от Трента Меллера с его нового альбома Upverse. А сейчас следующий, это будет трек с, внимание, техно-альбома, который называется New Atlantis и вышел на Osgood Tone от продюсера FD Mina. И в этом треке он использовал акапеллу американского художника Уильяма Т. Вайли. И это, на мой взгляд, обрело абсолютно вообще новые формы. И вообще FD Mina, альбом New Atlantis, я прям очень сильно люблю. Всем рекомендую. Несмотря на то, что это техно-альбом, вот там вот нашлось место такому треку, который сейчас будет звучать. Sight upon earth is so fair. Not all the gay pageants that breathe can with a dead body compare. In solemn delight I survey a corpse when the spirit has bled. In love with the beautiful clay and longing to lie in its stead. How blessed is our brother bereft of all that could burthen his mind. How easy the soul that has left this wearisome body behind. Of evil incapable thou, whose relics with envy I see. No longer in misery now, no longer a sinner like me. This earth is afflicted no more with sickness or shaken with pain. The war in the members is o'er, never shall vex him again. No anger henceforward or shame shall redden his innocent clay. Extinct is the animal flame, and passion is vanished away. To mourn and to suffer is mine, while bound in this prison I breathe. And still for deliverance pine, and press to the issues of death. What now with my tears I bedew? Oh, I might this moment become my spirit created anew, my flesh be consigned to the tomb. Oh, lovely appearance of death от FD Mina, и это предпоследний трек рождественского выпуска. By the way, при поддержке Le Silpo. What is this? Oh, thank you. Спасибо, да. Спасибо, Катя, спасибо, Радио Аристократы, и спасибо господам из Le Silpo. Я, кстати, играю периодически на ивентах в их сети ресторанов. У них, кстати, там, да, прикольная публика и очень-очень вкусно, кстати, вот вообще, очень вкусно. Да.
Эвдемин закончился, и хочу сказать всем спасибо слушателям вообще за весь год. И, конечно же, вот о всех этих песнях, которые сегодня прозвучали, о всех этих альбомах я рассказывал на протяжении прошедших 12 месяцев, и надеюсь, что, конечно же, Новый год подарит нам уж точно не меньше первоклассной музыки. На выходных у меня еще предстоит сделать, все-таки подытожить какие-то топы прям целой декады. Вот. Хочется, да, выбрать какую-то там 50, может быть, альбомов, которые за вот 10 лет вышли и впечатлили. И, ну, это непростая задача. Я думаю, я с ней справлюсь. Кстати, Катя, я вот хотел тебя спросить, а ничего, что 1 января — это среда? И может, мы в час дня там что-нибудь сообразим? Да, когда? 2-го? Решим 2-го, да? Вот, в общем, да, кстати, вот 1 января это будет среда, и кто его знает, что мне в голову взбредет, может, я что-нибудь там и соображу. В общем, да, спасибо всем слушателям By The Way, спасибо всем, кто ходит на концерты, покупает пластинки, приходит на открытые наши эфиры. Мы, к сожалению, не смогли более часто делать открытые эфиры. Мы хотели изначально там чуть ли не раз в месяц, ну или хотя бы раз в два месяца. Но у нас так получается, что мы выходим с открытым эфиром один раз в сезон. Но, может быть, в этом даже и какая-то есть фишка классная. И у нас осталось, в принципе, хороший список артистов, которых мы бы хотели еще пригласить на будущее. Вот. И одна песня осталась у нас на сегодня. И это просто моя любимая песня этого года. Ни больше и ни меньше. Ни дать, ни взять. Одна из главных групп. Сейчас тут что-то у нас. Да. Спасибо, Роман Иванов. Спасибо большое за фидбэк. Вообще, да, ребята, я не устаю об этом говорить. Делитесь положительными эмоциями, говорите людям спасибо, тем, которые вам помогают. Я стараюсь тоже это делать. Конечно же, так же, как и вы, забываю иногда, но нужно друг другу это напоминать. В общем, да. Последняя песня сегодня будет от одной из главных для меня групп целого десятилетия. Они выпустили 3 альбома за это время, а их прошлый альбом, который вышел, по-моему, года 3 назад, в 2016, да, года 3 назад, назывался он 22 A Million. И этот альбом сумел изменить мое убеждение в том, что все уже сделано. Это группа Bon Iver, и в этом году у них вышел 4-й в их дискографии альбом I, и они будут весной выступать в Европе. Это, кстати, редкость для них. Они до Европы доезжают сложно. И прошлый тур, они, кстати, европейский, который был весь sold out, они его отменили за 2 недели до концерта, ну, до начала. Ну, по каким-то личным соображениям, там многие как бы злились. Ну, они из Канады, по-моему. И, в общем, они там, Канада, Америка, они хорошо выступают, а в Европе вот даже при sold out, вот почему-то что-то у них там случилось. В общем, я уже организовал себе и своим друзьям поездку на концерт Bon Iver. И если вы знаете эту группу, а постоянные слушатели подкаста обязательно знают эту группу, то вы можете еще попасть. Мы лично едем в самый очевидный город, в который можно поехать. Это же, конечно же, Антверпен. Катя мне тут: Берлин. Нет, не Берлин. В Берлине мы еще много раз побываем. Вот. А вот в Антверпене никогда, наверное, больше не побываем. И вот, в общем-то, раз увидели Bon Iver в Антверпене, почему бы и нет. В общем, да, и там еще не sold out. Если вдруг вы захотите, то можете тоже присоединиться и увидимся там на концерте. В общем, да, не электроника единой. Год решил я закончить в эфире песнями,
как вот вы заметили, и как я не соврал, песни абсолютно разные, на любой вкус, от джаза до Мод-селектора с Томми Кэшем. Вот, в общем... Да, не хочу уже, хватит, наверное, хватит уже все. Такой последний спич мой. В общем, последняя песня на сегодня от Bon Iver, любимая песня года. И я не перестаю вам напоминать, что ходите на концерты, любите музыку, очень важно, ищите музыку, делитесь всем, чем можете делиться, и мы обязательно услышимся на следующей неделе. И это Bon Iver, Hey Ma, с вами был Нил Тарасов, и это аудиоблог By The Way. Outside, I took it remote. I wanted a bed. Tell the story or it goes. Tell the story or it goes. Full time, you talk your money up while it's living. Дозвольте собі більше в святкові дні, більше зустрічей, більше хорошої музики, більше вечірок. Більше обіймів, цілунків, ще більше любові і турботи. Більше цікавих подкастів на Радіо Аристократи, бо ми готуємо неймовірні епізоди. Спільно з Льосільпо дозвольте собі зробити більше гастрономічних відкриттів, більше шляхетних напоїв, більше екзотичних фруктів. Більше соусів з невимовними назвами, більше подарунків для тих, кого любимо. Більше щастя в новий рік. Більше щастя в новому році.
Будьте поруч з нами у соцмережах і на сайті Aristocrats.fm. Люся Льпо чекає в гості у Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові. Святкуйте як ніколи до цього. Різдвяний сезон на радіо «Аристократи».